Итак, сегодня, 17 сентября 2020 года, мы, жители Кожухова, но я как депутат Мосгордумы, избранный жителями, соответственно, подали обращение в префектуру Восточного административного округа с просьбой учесть, с требованием, наверное, учесть наше мнение об отсутствии необходимости застройки по адресу Медведева 1, поскольку там необходимо разбить сквер Победы. Мы считаем, что застройки и так уже более чем достаточно в районе. И для культурно-досуговых целей и иных необходимо использовать те недостроенные здания, которые уже есть. А новые здания, тем более без экспертиз, касающихся состояния озера, касающихся Святого озера, касающихся его обмеления, строить просто нельзя вблизи этого озера, а там порядка километров всего расстояния. Я бы хотела добавить, что мы подали сейчас 41 обращение, то есть в бумажном варианте. Но на самом деле у нас уже более 1500 живых подписей, жителей, которые категорически за то, чтобы у нас появился сквер, посвященный 75-летию Великой Победы. Да, я хотел бы, чтобы нас поддержали наши избранники и районного уровня, и чиновники районного уровня в нашем патриотическом порыве увековечить память Великой Победы. Хотелось бы знать поименно, кто нам мешает в этом святом деле, я считаю. В настоящее время нам обещана встреча со стороны зампрефекта Степаненко. К сожалению, вот в то время, в которое мы приехали, он не смог принять, но мы очень надеемся, что он выполнит свое обещание в ближайшие дни с нами встретиться и учтет нашу точку зрения, чтобы у нас не было необходимости прибегать к более решительным действиям. Настроены мы решительно. Нам нужен парк 75-летия Победы. Сквер. Все, спасибо. Очень ждем обратной связи от органов власти.